1150R. Аккумулятор чуть-чуть слабоват, можно попробовать позаряжать, возможно, будет сам запускаться. Номера мы 2003 год, Rockstar, два кофра. Пробега, АБС-ка исправно, все работает. Мотоцикл 2003 года, резина перед зад 2009 год, есть такие трещинки, передние тормозные диски, износ процентов 5-10 есть. Защиты рук, стеклышко, в принципе, достаточно высокое. От мотоцикла сервисные книжки, мануалы, ремкомплект колес. Задняя резина также 2009 года, тоже есть микротрещинки такие. Выхлоп Акропович. Как бочка стоит, наверное. АБС-ка исправно, повторюсь, все работает. Задний тормозной диск, износ процентов 5. Жирные колодки.